Привет, моделисты и моделистки. Это видео ответ для Евгения. Вероятно, он не очень будет полный, но мы можем как раз поговорить об этом. Евгений спрашивает, у него MTH Challenger, ну тот же самый декодер, как в этом Big Boy. Этот Big Boy у нас был в магазине на макете. По-моему, он работал, но потом перестал. Короче, на данный момент он сидит тихо. У меня одна надежда есть. Если вот этот перемычка, или как rod по-английски, длинная, поменяется на короткую, там нужно вывинтить, по-моему, винтик. Если в ней проблема, я его сразу же упакую и продам, потому что я не такой фанат MTH. Самый лучший, на мое мнение, это Marklin Trix Big Boy. Он сделан вообще супер. Но я хотел поговорить, какой звучок. Я думаю, что саундтрек – самые лучшие звуки для вообще для этих стимов, для паровозов. Может быть, на втором месте будет у нас Chain Control System, TCS, и вероятно, ESU. Но, опять-таки, с американскими ESU они давно делали эти файлы. Так что давайте поговорим об этом. И после этого видео на недельке я сделаю на английском. Потому что сейчас уже время чуть у меня побольше есть. Я помню все ваши вопросы. У меня, ребят, все записано про Рока, про ESU. Я перевариваю это дело, чтобы сделать хороший видос вам. Несколько видосов, разумеется. Самый главный момент с этими здесь, с этими smoke generators. Здесь я совсем не гугу. Я пытался, из-за этого я его оставил. Думаю, что я смогу с ним сделать, переделав его с синхронизацией. Какой декодер использовать? Вот, давайте обсудим. Вам, ребят, всего хорошего, наилучшего. Успехов в модели железных дорог. И стендовое моделирование. Сейчас оно как раз после зимы очухивается. Давай!